О, давай. Это уголь привезли, выходит, какой хороший. А почем уголь-то? 3400. 3400. 3400? Да. Тонна? Да, да. Понятно. Все, спасибо, что пришли. Он по этой дороге проехал, я там его видел, у Лёши был. 3400. Уголь-то какой хороший. Хороший. Очень даже. Интересно, один раз мне привезли, доплату я не сделал, пыль. Но я не знал, что будет. Я водой смочу, она сделается одной, это, до того жаркий уголь оказался. А этот один раз привезли. Там столько этой породы. Да вот одни камни тоже он не очень-то. Я говорил с пылью, чтобы. Оно жарче горит с пылью. Ну да. Ну ладно, я к Лёше ездил. Там интервью брал у него напротив коров. Беспокойная корова прямо. После обеда туда погонят, я туда к нему поеду. Хорошо. Ага. Вот интересно, когда улица...